Сегодня начала обрезочку роз со своего участка. Но это еще не все, только начало. Посмотрите, какая красота после обрезки, после цветения первой волны. Здесь, конечно, разные собраны. И плетистые, и шраб, и флорибунда, и чайно-гибридные всякие. Завтра буду продолжать обрезку роз. Посмотрите, они такие красивые. Даже еще не все подвяли, но пришлось вот это уже все обрезать, готовиться ко второму цветению. Посмотрите, какая красота. Зимой будем любоваться и наслаждаться этой красотой. Выбросить сразу не могу. Хочется отснять и поделиться с вами. Спасибо за просмотр. До новых встреч!